Краснодарский дуэт Станислава и Ирины Агаевых стал лучшим на всероссийском конкурсе пианистов и камерных ансамблей имени Шостаковича. Победить преподавателям университета культуры удалось в номинации «Фортепианный ансамбль». Они исполнили сюиту для двух инструментов «Фа диез минор» Шостаковича и вариации на тему Бетховена для двух фортепиано «Сен-Санса». Конкурс прошел в Волгограде, его проводят раз в два года. На этот раз в нем участвовали выдающиеся музыканты не только из ЮФО, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Вологды, Воронежа и Липецка.